За 35-м участком было закреплено 2220 избирателей. Члены комиссии сперва гасят неиспользованные бюллетени. Секретарь объявляет, пустых бланков 457. У них отрезают левый угол и упаковывают отдельно. Дело в том, что это испорченный один бюллетень. У нас один избиратель проголосовал не за того, за кого хотел, поэтому ему была произведена замена. Она также гасится. Гасится, уже погасили, также упаковывается в отдельный конверт, подписывается. Следующий этап – подсчет бюллетеней, которые были использованы во время досрочного голосования. После суммируют бланки, которые жители Бобруйска заполнили в основной день на дому. За каждым этапом процесса следят наблюдатели. Выборы прошли успешно, без каких-либо замечаний, нарушений не было. Все было отлично. Тем временем на 73-м участке Первомайского района уже приступают к подсчету бюллетеней, использованных 9 августа. Аккуратненько убирайте крышку. Бланки раскладывают на 6 стопок. На столе стоят таблички с данными 5 кандидатов. Еще одна против всех. Выборы проходили достаточно активно, можно сказать, даже очень активно. Поэтому работа комиссии участковой была напряженная. Но вместе с тем нас радует, что явка очень высокая. Уже в 9 вечера в Первомайской и Ленинской администрациях прошли заседания, на которых собрали общую информацию по каждому участку, а также проверили протоколы комиссии. Документы принимали у тех, кто уже посчитал бланки. Эти выборы проходили в каких-то особых условиях. Условия эти связаны с пандемией. На всех участках медицинские рекомендации соблюдались, и все прошло организованно. Напомню, на выборах 2020 в Бобруйске работали 104 участка, 49 в Ленинском районе и 55 в Первомайском. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск 360.